перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Это уже лишнее, да? Это уже перебор. Это уже перебор. Под такие песни воткнуться можно. Что у тебя там еще? Вот еще есть вот такие вещи. Это у нас Sony Ericsson K750. Да, у тебя по блюдосу или по ликпорту, братан? А йоу, пока, вот вам два колпака, чтоб наверняка больше кофе, меньше молока. А вот и теплые стоят, я все реже палю. Мы чаще по кабакам, наша страна широка, моя походка легка. Машем, они остановят нас, смотри, они остановят нас. В моем городе где-то после чека, они летят. Смотри, прямой эфир, остановка. Ну да, походу так и надо. Последние два года я все чаще бываю за МКАДом. Краска, сестра, талант. Ой, да ладно, нам абсолютно не впадло вырывать листы из тетрадок. Нас это радует, вам это нравится тоже. Хлопайте в ладоши для Вити, Максима и Лёши. Автомат Калашникова, а я послушаю. Хочешь накурить, неси больше, только хороших. Вот я тоже. Да, да, я же подъезжаю, я же отсюда. Я же отсюда. Ювелир, представь теперь ты в Киеве на Феррари без крыши. Самая, ой, блин, не ту песню включил. Самой такой хонской мамкой едет. И играет вот эта песня. И понял, вот ты с ней. И вот этот момент, ювелир, смотри, вот. И сейчас, когда вот ты едешь с ним по центру Киева, и ты понимаешь, что это лучшая мамка в городе, а у тебя ювелир погремуха в узких кругах. Теперь на весь мир. Уже как минимум. И вот этот момент ты даешь на тапку, и ты ушатанный в усмерть. И вот этот момент. Вот он. И этот астрал. Тебя поправило, ювелир? И в этот момент 32-33. Давай 24, блядь, босяцкая, блядь. Что-нибудь босяцкая, блядь. Он чтобы я открыл Илюху свой плейлист, и ему плохо стало, да, значит? Блядь, знаешь, как будет, если... Йо, what's up? Ну ладно, ну раз такое, тогда... Как дела, Альбеч? Нормально, что там в улице шепчут? Не, ну раз бандитская... Алло, слышишь? Мы бандиты. Берт, я тебя жду 7 числа в Абрамовском. Баскет, лучший клипмейкер в этом городе, блядь. Отвечаю. Это просто пизда. Я тебя жду и ювелира в Абрамовском 7 числа. Там на мне тоже люди тоже хотят хорошего. О, ювелир, как у тебя машина? Да. Там дико растущий, но ближе осень. Наганом под рубасами пасы пальчиком. Когда Антон еще был маленьким мальчиком, вкрадчиво ненавязчиво вел движение, как Антон наводил наркотические движения. К сожалению, Антон был падок на коктейли из травок и марок. Тетрадок не морал Антон, не делал уроки, любил быть в хламе на уроках. Тяжелый рок Антон любил за напор, слушал тяжелый рок.
под анапор. Рэйк любил, рэйк тоже слушал. Антоша, Аркоша, все любил и все кушал. Ногами спалил, как этот обсаженный леший. Плакал под Иванушек Интернешнл. Подмешивал в еду другу Егору. Корень Мандрагору пугал Егора. Мальчика врос, но не рос. О, Петя! Петя, смотри, я с соседом, братан! Я с соседом твоим! Два штакета, Антон. Только не скажи, что это он зашел привозить. Да, да, да. Только скажи, что соседу привет своего передал. Передай соседу привет, братан. Просто адрес не хочу, говорит, очень много людей в прямом эфире. Записался на секцию. Пишет, врубай МТ. Записался на секцию дзюдо. Маленький Рэмбо в кимоно. Сперва Антона все пароли, но быстро устал Антон. От этой стрёмной роли попёр Антон. Лютует на татами бедро, болевые золотые медали. Сборная района для Антона карьера. У Антона хватка круче, чем у бультерьера. Маленький, но грозный. Грозный, но душевный. Антон Пальчиков здесь номер первый. Старшики протянули Антона в команду. На колхозном рынке получать лаванду. Антону 18. Братан, мы едем в компьютерный клуб играть в доту. Обмазываться с таким ростом Антоном списали в запас. Понял, у него в плейлисте немає СД. У него там только геленджикский чиллаут. Понял? Прикинь, сейчас все, кто в прямом эфире думает, блин, они сейчас, наверное, едут тусить какой-нибудь сейф. И тут он в прямом эфире, там в компьютерный клуб едем, бля, в доту играть. Я того обманывал, бля. Мало, еще 5 кубов и контролёв утра мало. Пивка для Глинца и прогулочка по центральной улице с тёлочкой под ручку. Короче, замутились Антон и Нагана. Купили маковые соломы, два стакана. Бутыли растворителя варево на факелах. Раствор в баянах, парни на кайфах. Пати Пуси! Усап, нега! Усап! Наряд, есть познакомиться с тобой? Мы в Казани. В натуре? Что там Казань? Оуди Буда, вот херни. Вот херни, Оуди Буда. На улице шепчет. Заебура, братан. Что, вы выступаете, братан? Мы выступили уже, выступили завтра в Самаре. Охуенно, бля. А на белорусскую когда? Когда на белорусскую уже концерт? Чего еще раз? На белорусской когда концерт будет, братан? А уже был недавно и будет еще в Минске скоро. Вот не понял, что достаться не пропал. Big money. Давай, Уджибуды, зачитай что-нибудь. Окей, pull up to your block, your bitch sucking my cock. That's what's up, nigga. Так. И что я? Давай, Тане. Как дела, пухлешочек наш? Лучше всех, братан, худею. Я худею с этой Москвы, отвечаю. Короче, жизни по кайфу и кайфу по жизни. Не обламывайтесь никогда. Вечно постоянно. Вечно постоянно. Через сколько? Ладно. Как говорит близкий моего близкого, лайк репост. Привет, меня зовут Альберт. А это моя Флейва. Флейва? Страничный цвет. Ничего себе, сколько казанных подружает. Слава Богу. Привет, это я, Альберт Акчурин. Как вы? Братан, блин, достал, мэн. А бомб планируешь, братан, дропать? Я спрячусь от этих людей. А ты когда будешь в Москве, слышишь? Я буду 2-3 на 2 дня, а потом улетет в турище. У меня через день концерт в апреле вообще. Нихуя себе, кучеряво живешь, братан. Куда нам бедным, дай вот. Куда нам бедным до твоей жизни? Хлопья взлетели нормально. Достойно. Какой добрый человек. Слушай, невозможно покушать. Поедете? Я кушаю, пусть. Пусть они тебя накормят, братья. Накормите Федю, а то он ложки 100 лет не видел. Напоминаю, что может взять немного биткоина. Блин, мужичок, ты извини за каламбур, тут просто... Да нет, все нормально. Сирены. Давай, я. Насытишься, дай знать.
Так бывает. Так бывает. О, мужик, плохая связь, мы в гардеробе сейчас завтра. В гардеробе будем тусоваться. Короче, вообще все по кайфу. И давай, Москва, да. Так, все знал. Труба чистый. Давай. Давай. И мы тоже на этом моменте всем говорим, да? Какой ты, казалось, серьезный, вначале в ответ головой. Когда я сказал, что украл эти розы, я того рот. Ты выкучил магнитолу. И погнали. Как было тепло, что нас с тобой вместе свело. Девочка, пай, рядом жиган и хулиган. Все продумывать, если вдруг задумал что-то суетить. И тут мне шепнут эти трамвайные пути, на том ли мы пути, стоит ли туда идти, смогут ли эти люди.